Что мы, не люди, что ли? Почему нас не выслушали? Почему? Говори в новостях. Надо шапочку снимать, на коленочки вставать и спрашивать. Может, внукам повезет нашим? Мне не нравится подход мэра к этому вопросу. А сами-то что сделали? Говори в новом утре. Привет, родной Красноярск. Мне важно, чтобы вы стали настоящими людьми. Здесь намного выше цены. Семья – это наше все. Говори в соцсетях. Так выглядит выезд из района. Покажите зрителям на ТВК, как о нас заботятся. Какой смысл вообще в нашем городе мыть машины? Что это за уборка такая? Говори на ТВК. Больше негде.